смысл жизни? В служении. В служении? Мы рождены не для того, чтобы заботиться о себе. Есть более высокая цель. В Коране сказано, мы рождены, чтобы творить добро другим. В Коране? Да, я хафиз. И знаю Коран наизусть. Он ведь очень длинный. 114 сур, а в них 6236 аятов. И вы знаете их все? Многие мусульмане знают Коран. Я думала, что вы индус. Я мусульманин, ваше величество. Коран у меня учил отец. Он был мой мунши. Мунши. Отныне вы будете мунши для королевы. Ведь я ваш слуга, ваше величество. А слуга не может быть мунши. Значит, отныне вы не слуга. Мы выучим урду и Коран и все, что вы нам предложите.